Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Ариадна Кугушева. Студенты Московского государственного института международных отношений посетили Казанский университет в рамках программы профориентационной академической мобильности. Подробности далее. Знакомство с Казанским университетом началось для студентов Московского института с приветственных слов Музея истории КФУ. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский выразил надежду на плодотворное сотрудничество университетов. Я рассматриваю эту программу как программу научно-образовательной дипломатии между двумя университетами. Мы разные университеты, но у нас есть одна общая цель – это подготовка специалистов высокого уровня. Пандемия, она, наверное, сфокусировала наши интересы на внутрироссийской проблематике, и вот эта студенческая академическая мобильность в формате не только образования, но и науки, я думаю, что это тот тренд, который сегодня, в общем-то, очень важен, когда мы привлекаем студентов в научную деятельность. Развитие межуниверситетских отношений позволяет студентам участвовать в совместных культурных и образовательных программах, обмениваться опытом и расширять кругозор. В рамках встречи студентам Московского института провели презентацию магистерских программ Казанского университета, деятельности институтов и студенческого актива. Программы, на презентации которых мы были, вызвали очень большой интерес, особенно лично для меня программа по управлению историческим наследием ЮНЕСКО. Мы старались задавать вопросы, потому что темы, безусловно, не могли быть покрыты в такой короткий промежуток времени, поэтому вот то, что касается бизнес, инфраструктуры и развития предпринимательства в Республике Татарстан, для нас это было очень интересно. Студенты Казанского университета во время ответного визита в Московский институт посетили лекции и встретились с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Ариадна Кугушева, Фарид Захитоглы, Универньюз.